Сейчас руку помою, а тут цветок же трогала. И будем дальше. Я картошку, короче говоря, чищу. И вот, говорю, у нас погода заметает. Вообще прям заметает. И метет, и метет, и метет, и метет. Вот такие вот дела. Да, Марина у меня хорошо. Все это, видать, просто из-за жары дома. У нее, скорее всего, подскакивала температура. Сейчас она вообще замечательно себя чувствует. Бегает, прыгает, скачет, только успевает за ней смотреть, что она творит. Суп молочный еще поставила разогревать. Василиска, чего ты? Не вздумай на меня прыгать. У кошки появилась дебильная привычка. Она прям прыгает на меня. Совраска еще там. Да господи, на тарелку тебе, на. Опять пытается шкаф открыть. Ладно, ребятки мои, буду картошку. Вот смотрите, какая картошка. Видите, что творится? Кошмар, а не картошка. Также просят меня заснять рецепт какие-нибудь новогодние. Я не знаю, я, конечно, постараюсь, но не знаю. Сейчас к Новому году, наоборот, надо поэкономить, а не снимать такие рецепты. Ну, это у кого денег хватает, тем, конечно, да. Ну, не знаю, посмотрим, попробуем. Если только по одному, вот каждый раз снимать по одному салатику, выкладывать, что вот можно к Новому году такое приготовить, то возможно. Мася, Вася, идите отсюда, вы мне мешаетесь. То попробую такие позаснимать. Мне в личку очень много легких бутиков всяких накидали, закусочек новогодних. Спасибо вам большое, что вы так помогаете мне подобрать какие-нибудь такие легкие рецептики к Новому году, чтобы можно было ее сделать. Посмотрите, какая картошка. Все, вот ее целиком куря можно выкидывать. Василиса, брысь. Один ножик-то. Даже не сомневаюсь, да, внутри она тоже такая же, видите. Все, курям. Картошка такая уже идет. На еду она уже непригодна. Хорошо, когда есть какая-нибудь скотинка в доме. Куры, свиньи. Но сейчас свиней, вот, ребят, вообще невыгодно держать. Комбикорм очень стал дорогой. Просто ужасно. У меня вот подруга держит свиней, так она говорит, вообще... У мужа брат держал свиней, сейчас уже не стал держать, потому что комбикорм ужасно сильно подорожал. Мы вот берем куря, комбикорм мешок стоит 600 рублей. В месяц нам надо 3-4 мешка на всех наших курей. 3 обычно не хватает, поэтому вот так вот, вот считайте. Невыгодно сейчас держать. Чего, Мася? Картошку ты хочешь? Сейчас я тебе отрежу, сейчас. У меня Мася тут пюре этого делает. На. Вот обожает сырую картошку. Ладно, готовим кушать. Можешь, говорю, тазик уже убрать. Так, все, начинаем резать лук. У меня тут еще виноград стоит. Я купила, помыла. Стоит пока еще. Детки пока что-то не очень. Это... Лук сейчас буду нарезать. Половинка луковицы у меня тут еще есть. И будем нарезать. И картошку почистила с морковкой. Будем тоже делать. Ладно, режем, готовим кушать. Так, дорогие друзья, ну что, пока буду нарезать, буду отвечать. Ну, первый вопрос, это всех уже, которые смотрят мои видео. Зачем у вас на печке Ленин стоит? Дорогие друзья, Ленин — это очень старинная открытка, которую сейчас уже нигде не найти. Поэтому мы ее не выкидываем. Она у нас стоит для красоты, потому что мы знаем, что это раритет. Ладно, надеюсь, на ваш вопрос ответили. Дальше. Елка, конечно, хорошо, но когда своими руками вместе с ребенком делаешь подделку, в Ютубе идей куча. Намного лучше, и делом дети заняты. А так только не похвала. Смотрите, какая я рукоблудница. Сколько ночей не спала, вышивала. Это вопрос у Ок. Ок, отвечаю вам.
Ну, поделку, елочку это для родителей делают. А следующее это на сделать новогоднюю просто игрушку. И вот мы будем ее делать уже вместе с Мариной, с Оксаной. Ну и, конечно, мы еще и я им тоже вышью, поэтому мы постараемся сделать все поделки, которые только возможны с детьми, и постараемся заснять на канал Лу Крокодильность. Дальше. Таня Чуракова написала, если неправильно, извините, Настя, какие же ты дела важные, столько времени делаешь, что можно в администрации решать? Может, ты внештатным советником у главы работаешь? Нет, ребят, не советником, просто оформляла кое-какие документы. О них я вам постараюсь рассказать чуть позже. Вот постаралась ответить на два вопроса на ваших. В ближайшее время еще пособираю вопросы и поотвечаю. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И желаю всем приятного просмотра. Вот смотрите, ребят, такая рыбка была. И Васину, и вот тут такая вот хорошая прям рыбка. Будем супик варить из рыбной консервы. Так, все нашинковала, все нарезала. Ждем, когда вода закипит, и будем кушать, готовить. Так, ребят, разделила всем виноград. И сейчас раздам. Пусть кушают. Я обычно всегда им по кружкам делю, и они разбирают. Чтобы они не дрались. Ребята, берите виноград! Какую кружку тебе? Бери любую кружку. Ну давай быстрей. Говори, какую я тебе дам. На, а то вы мне мешаться будете. Катя, Марина, берите виноград. Оксана ушла тоже. Какую тебе кружку? Ваня, говори быстрее, какую кружку я дам тебе. Ну давай, давай бегом. Ну бери. Катя. У Кати, кстати, вот такая вот кружка, это ей брат дарил. А когда воду наливаешь, фотография белая, да, становится? И у меня Маша такую же кружку пустит. Ладно, готовим дальше. Так, мои хорошие, делаю уже зажарку. Для супика там у меня уже картошка с рисом закинула. Рис помыла на несколько, вот, на несколько раз так забросила. Все делаем зажарку для супа. Ребят, сварила суп, уже почти весь съели даже, видите? Уже почти ничего не осталось тут. А это кто наложил? Ты? А что не ешь? Я. Все понятно. Ну, в целом вот так вот. Вкусный рыбный суп. Чуть-чуть добавляла риса. Ну, тут чуть-чуть. Сейчас напишут много опять. Ну, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. У нас вечер. У меня уже приехал Ильюша с Соликамска на выходные. Попросил потом на неделю сходить в пенсионный, узнать, когда ему что делать, документы на стипендию дачу. Надо будет потом сходить в выходные, потому что пенсион не работает. Он долго не приезжал ко мне, долго очень. Потому что сейчас опять напишет, что он, зачем так часто ездить. Он не часто ездит, ребят, он долго не приезжал. О, кошки, собаки все съели. На, им суп наложить. Что постыло, и дать им тоже. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был день, что немножко поснимала. У меня там Ваня уснул на ночь глядя. Марина смотрит мультики, остальные кто что делает. Все, короче, заняты делами. Светик только он здесь сидит. И все, Света выступала сегодня. А там видео кто-то вас снимал, нет? Да. А ты с чем выступала? С чем? Танец? Да. Света с Машей сегодня. А Маша что выступала? Я не знаю. Так вы же вместе выступали. Ты ничего не видела, что она выступала? Танец или что у нее? Все понятно. А ты что суп не ешь? Я поела полпорции, съела и все. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был день. Сейчас пытаюсь все смонтировать на эти видео. Меня бесит вот это вот. То, что видео вот так вот монтируется, пытаешься загрузить. Я хочу, вот некоторые видео приходится на две части делить, потому что оно не загружает.
длинные видео не могу загрузить. На полпути оно обратно скидывает, я его потом переделываю, и в концовке у меня опять нету видео. Честно, надоело все это. Ну ничего, надеюсь, что будет все нормально. Ладно, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите свое здоровье, и будет все супер. Всем пока-пока. Всем привет, у нас воскресенье, на улице снег идет. Сегодня ничего не снимаем, потому что что-то это... И смотрите, куда у нас кошка залезла. Она сначала вон там вон сидела, потом сюда залезла и сидит, греется, да, Василиса? Вась, тебе там нравится, да? Там тепло, хорошо, только не лечь никак. И вот так вот она по полкам лазит у нас тут. Да, Василиса? Сейчас прыгнет на ту полку. Она знает, что печка горячая. Она это хорошо знает. Не переживайте за нее. Что? А, Вась? У нас первый раз ее папа снимал. Ну, вот оттуда. Потому что оттуда она не может слезть. А здесь она легко снимает. Слазит. Иди сюда. Господи, ребятки. Иди ко мне. Иди ко мне, не бойся. Вот так вот мы, да? Дура ты, Нася. Дура, 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 дура. Всем хорошего дня. У нас сегодня снег столько выпало. Егорка уже сходил, почистил. Ильюша у меня уже уехал. А я... А кушаем мы сегодня что? Это спагетти. И колбаска с этими, со стручковой фасолью, с бульоном. Вкуснятина. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. И всем, конечно, хорошего дня.